Лисы — это не только ценный мех и милая мордашка. Как правило, эти рыжие симпатяги — главные переносчики бешенства. По мнению специалистов, лисы подхватили заразу в Забайкалье, а после перенесли ее на территорию Бурятии. Начало эпидемии отметили в конце прошлого года. Правда, точная причина инфекции все еще не установлена. Отмечу, на сегодня по республике 50 очагов заражения бешенством. Неблагополучными пунктами определены Мухоршибирский, Тарбагатайский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский и Бичурский районы. Угрожаемыми зонами объявлены Кяхтинский, Бичурский, Заиграевский, Селингинский, Тарбагатайский и Волгинский районы и город Улан-Удэ. Джессенька уже старенькая, ей 9 лет. 9 лет? Да. Миниатюрная Джесси с виду сама напоминает лисичку. Правда, бешенство ей не грозит. К слову, как и ее подружки Дейнерис. Дэнни, лежать. Лежать. Надо вкусненькое что-нибудь. Клади. Золотистый ретривер охотно выполняет команды. Правда, на снегу и без лакомства Дейнерис капризничает. Хозяйка Зори Пластинина следит за питомцами, как за детьми. Обе ухожены и раз в год получают прививку от бешенства. Потому за своих двоих девушка не беспокоится. Паники, конечно, нет у нас, но беспокойство есть в связи с тем, что очень много бродячих собак бегает. Мы их всех, конечно, жалеем, очень подкармливаем. Мы переживаем, стараемся пристроить, но это, наверное, невозможно самим сделать. И вот очень ждем помощи государства в этом деле. Правда, вакцинируют своих собак далеко не все, особенно в частном секторе. Порой ветеринары сами выезжают на дом. Но даже так открывает свои ворота не каждый. Либо хозяев нет дома, либо иной раз просто не пускают. А ведь беспокоиться не о чем. На вытянутую цепь возьмите за ошейник, ко мне спиной повернуть. Процедура абсолютно бесплатная и длится буквально считанные секунды. С начала эпидемии лишь в Улан-Удэ такие уколы получили около 4500 домашних питомцев. Но это отнюдь не повод для радости. По словам ветеринаров, в городе полно беспечных хозяев. Мы объявляем в будние дни стационарные помещения, да, пункты, также выходные дни, но приводят не все. Зачастую у нас бытует мнение, наверное, да, моя собака не выходит за ограду, и нет необходимости вот это проводить вакцинацию. Меж тем в республике объявили охоту на лис. За одну голову дают 5000 рублей. Пока охотники получили награды за 38 туш. Ждут своей очереди еще около 150 трофеев. По результатам добычи охотник обязан предоставить тушу лисицы. Учитывая, что возможно заражение бешенством, тушу необходимо предоставить без вскрытия, без снятия шкуры. Необходимо предоставить в управление ветеринарии или ветеринарные органы в районах. Стоит уточнить, те, у кого лицензия на любительскую охоту, награду не получат. 5000 уйдут тем, кто работает в регуляции численности лисиц. Отмечу, чаще всего домашние животные получают бешенство не от лисиц, а от грызунов. И если питомец подхватил инфекцию, то его придется усыпить, ибо бешенство животных неизлечимо. Будамунхоев, Алексей Жилин, Федор Мадонов, телекомпания АТВ.